відбуваються вже навчання українських збройних сил. American citizens should leave now. We're dealing with one of the largest armies in the world. Ми прагнемо миру. Ми ніколи не вміли здаватись і не збираємось цьому вчитись. Russia has amassed more than 150,000 troops around Ukraine's borders. Коммунизации? Ну что же, нас это вполне устраивает. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписывает указ президента Российской Федерации о признании Донецкой Народной Республики. Ми на своїй землі. Ми нічого і нікого не боїмось. І ми нічого і нікому не віддамо. Чувствуете 4 часа утра 22 февраля. Это будет год немирный. Это будет год, когда наконец Россия станет снова великой страной, и все должны заткнуться и уважать нашу страну. Пролетіло.